Настольный теннис как профилактика возрастных заболеваний мозга. Пользы от таких занятий много. В активном долголетии уже несколько месяцев пенсионеры практикуют игру в парах. Это очень полезная нагрузка на все группы мышц. Это дополнительное развитие координации, что, в принципе, стимулирует мозг создавать новые нейронные связи. Когда человек занимается теннисом, он внимательно следит за мячиком, да, он работает в этом направлении. С самого запуска проекта долголеты проявили к нему большой интерес. Руководство клуба решило поддержать спортсменов. Для них организовали первый турнир по настольному теннису. Это как погружение в детство, делится впечатлениями Татьяна Ткаченко. В детстве я играла, в молодости. Очень интересно, мужчины нас учат, ставят нам удар, и прямо прогресс чувствуется. С каждым занятием прямо, знаете, азарт такой. Для Татьяны Викторовны этот турнир по настольному теннису первый. Она уверена, битва будет серьезной, ведь сильных соперников много. А вот Алла Васильевна уже принимала участие в подобных чемпионатах. Здесь она хочет в очередной раз проверить свои силы. Во-первых, зарядку дает энергии, общение с людьми. Так мы все по одному как бы сидим, ну, сами знаете, пенсионеры. А здесь мы собираемся, какой-то азарт появляется, как-то вот интереснее жить даже становится. Бодрость, энергия и веселье. Турнир прошел на славу. Победителей и отличившихся спортсменов наградили медалями и кубками. Эмилия Аркелян, Фарид Харидинов, телекомпания «Одинцова».